На протяжении всей своей истории компания «Татнефть» активно создает и применяет идеи и технологии энергоресурсоэффективности и бережного отношения к природе и ресурсам. Сегодня накопившийся опыт и компетенции позволили нам реализовать масштабный проект автономного, энергоэффективного и устойчивого поселения, экономически стабильного, привлекательного и комфортного для жизни людей с мировоззрением ответственного потребления. Актюба – это территория новой философии на пути к устойчивому будущему. Проект реализуется на базе обычного рабочего поселка в Татарстане с типичными для малых и средних городов проблемами. Здесь создается автономное энергоэффективное поселение, где максимально используются природные ресурсы и выпускается востребованная продукция из биосырья. Как мы этого достигаем? В поселке реализуется целый комплекс решений. Мы получаем электроэнергию из отходов животноводства, а тепло – из древесной щепы. Уже сегодня биогазовая установка, перерабатывающая отходы жизнедеятельности животных в энергию, обеспечивает электричеством более половины населения Актюбы. Мусор, производственные и бытовые отходы, то, что раньше наносило вред или было бесполезным, теперь служит на благо людей. Выращиваемые в поселке растения служат сырьем для современных промышленных биотехнологических производств – целлюлозы, технических сахаров, теплоизоляционных материалов, сырья для нефтехимии. Новые предприятия обеспечивают экономическую устойчивость поселка. Эти же производства станут частью создаваемого Татнефтью биотехнологического кластера Высшей школы нефти – место, где совместно с инженерами и учеными мы будем готовить будущих исследователей, технологических предпринимателей, где будем развивать передовую науку и воплощать в жизнь самые смелые идеи. Мы вкладываемся в разработку новых биотехнологий, создавая актуальные и высокооплачиваемые рабочие места для молодых специалистов. Здесь люди смогут заниматься востребованным и интересным делом, реализовать себя и внести свой вклад в развитие родного края. Для жителей поселка «Татнефть» создает комфортную городскую среду с максимальным применением экоматериалов и энергосберегающих технологий. Благодаря комплексному подходу мы меняем не только внешний облик городов, но и мышление людей, взаимодействуем с жителями, активно работаем в детских садах и школах. В созданных Татнефтью школьных биолабораториях ребята уже несколько лет своими руками создают более зеленую окружающую среду, выращивая новые деревья. Все это ведет к развитию общества и формированию нового мировоззрения, воспитанию поколений с более осознанным отношением к природе и потреблению энергоресурсов. В Актюбе мы получаем уникальный для России опыт создания устойчивых экопоселений, вносим свой вклад в улучшение жизни вокруг нас, жизни общества, в укрепление экономики всей нашей страны.